Сегодня футбольный клуб «Амур-2010» сыграет с владивостокской командой «Луч-Энергия». «Луч» – лидер турнирной таблицы, а амурский клуб отстает от него на 5 очков. Благовещенцы проведут матч дома на стадионе «Амур». Начало игры 18:30. Прямую трансляцию матча покажет Первый областной канал. Руководство клуба «Амур-2010» считает, что команде нужен собственный гимн. Уже сейчас объявлен конкурс на главную песню благовещенской команды. Подробности в следующем сюжете. Свою песню для клуба «Амур-2010» отец Владимира Ивана написал после онкологического заболевания и тяжелой операции. Владимир рассказывает, папа никогда не был профессиональным музыкантом. Он был водителем, военнослужащим, налоговым работником и даже одно время главой Шимановска. Владимир приходит в дирекцию клуба уже не в первый раз. Он считает, что именно эта композиция должна стать официальным гимном команды. Отец сам ее исполняет. Вот. Когда были написаны стихи и была написана мелодия, значит, мы приглашали, песня была записана в студии радио, в доме радио, на студии. Вот, мы приглашали, пробовали исполнителей, вот, но как-то это было все не то. Может быть, это мое личное мнение, требуется определенная, может быть, доработка в звучании, может быть, определенное качество, да, записи, хорошее звучание, хорошая аппаратура. Тут же тоже много зависит, не только от слов, которые смысл заложен. Этот вариант гимна по просьбе Владимира уже включали на домашних играх «Амура». Например, болельщики слышали его перед матчем с хабаровской «Скай-энергией». Те, кто работает в радиорубке и ставит музыку перед матчем, говорят, у болельщиков реакция пока неоднозначная. Некоторые считают, что звучит несовременно. Сами футболисты «Амура» говорят, гимн скорее нужен для фанатов, а потом уже для игроков. Им и решать. Здесь гораздо важнее, чтобы он влиял не на игроков, а на болельщиков, на атмосферу вокруг матча. Мы со своей стороны с гимном, без гимна все равно должны на 100% выкладываться и отвечать за результат. А вот если он создает настроение вокруг матча, я только за. Конкурс на лучшую песню продолжается. Дирекция готова рассматривать, вернее прослушивать все варианты. Позднее будет создана специальная комиссия, в которую войдут и болельщики команды «Амур-2010». Автора победителя наградят, а композиция будет оформлена как официальный гимн клуба. Пока ждут заявок.